Мор, привет, друг, это Зверько. Сегодня у нас обзор на нового персонажа Халида. Шутки про принца Персию, пески времени и Аладдина — это все сюда. Но, предполагаю, дед это уже обшутит. Я тут приметил, что на обзорах немного просмотров. Все же детишки бегут на кликбейт. Новый метовый персонаж, имба, ля-ля, тополя. Купят героя и в ранг идут уже активно фидить противника. Ну, ты тоже замечал, так ведь? Надеюсь, те, кто смотрят мои обзоры и новости, немного держат руку на пульсе и представляют себе, какой будет персонаж на выходе. А теперь от рефлексии к обзору. Халид – это очень подвижный боец с массовым контролем. Я ничего нового не ожидал от мужика с мечом. Но! Тут разработчики смогли меня приятно удивить. Пассивка. Халид на бегу набирает в свои тапки песок. Когда они наполнятся, он получает ускорение 30% и заряженную следующую автоатаку. Этой атакой он подпрыгивает к врагу, нанося вертикальный удар, а по-нашему – уберхау, с уроном по площади, выпуская в этом направлении свой песок. На песке он получает 30% к скорости бега, а противник – минус 30%. Да, вот уже простор для сборки и тактики. Можно тапки заменить на говорящий с ветром и особо в скорости не потерять. Можно перепрыгивать им стены, если противник не в упор к стене, ну и так далее. Первый навык. Халид наносит круговой удар, и если ты держишь стик в каком-либо направлении, принц отскочит туда, и если есть враги в радиусе поражения, то нанесет еще удар. Вдобавок, каждый последующий удар сильнее на 25%, максимально 5 ударов. Первое, что я сказал, когда это увидел, охренеть. У навыка еще и перезарядка 4 секунды на 6 уровне без предметов. Второй навык не так впечатляет, но все же. Халид наклоняется и начинает сам загребать песок в тапки. По сути, это самоисцеление и зарядка тапок песком. Кроме того, он уменьшает входящий урон аж на 85%. А теперь прикинь, если будет под крыльями королевы апокалипсиса. Однако, контроль прерывает это издевательство над противником. Да и перезарядка у навыка 15 секунд. Но запас танкования оно дает. Ульта. Что-то вроде песчаного гатота. Халид отжимает песочницу у детей, залазит на самый верх и несется к намеченной точке. Переплывает препятствия, игнорирует контроль, наносит урон всем на своем пути, а в конечной точке наносит нисходящий удар. Как мы уже знаем, это все еще уберхау. Этот удар причиняет еще больше урона и оглушает противников на 1 секунду. 40 секунд перезарядка навыка, что достаточно быстро. Итого, у нас подвижная пассивка, мощный подвижный первый навык, второй навык, повышающий защиту, и такая серьезная ульта. Сейчас я вижу его вариативным бойцом, и если черный дракон был имбовым при запуске, то тут все вроде в меру, хотя могут и ослабить в дальнейшем, потому что первый навык, если собрать в урон и защиту как Дариуса, будет разрывать массовые бои. На этом пока все, я пошел подробно исследовать реворки и переводить обновления. Удачи, друг! Тупый яд, пока.